Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие гости. Вот я вам на самом деле очень благодарен, что вы пришли сегодня. В этом зале есть дети, которые вот родились при Симба. Вот очень рады, что они здесь. Они то есть, чувствовали эти 10 лет, вот эта энергия. Честно, я хотел бы, чтобы у нас было побольше, чем сейчас, но я рад, что это мы есть, те, которые слушают этот голос. Может быть, некоторые слушают уже при записи. На самом деле, очень благодарен каждому в этом городе, и сам город, который мне подарил вас, и тех музыкантов, которые на протяжении 10 лет, они играли в составе самого большого. В связи с этим, друзья, я хотел вспоминать один человек, который играл когда-то в начале Symbol of Brashen. Он, на самом деле, способствовал мне репетировать у него прямо в квартире на Некрасово. Это Алексей Харламов, который играл в какое-то время бас на клавише в Symbol of Brashen в начале самой Симбой. Это Алексей Харламов, который даже меня вдохновил на песни «Сираманжи». Вот этот человек не стал как-то, он ушел в другой мир, это уже прошло 5 лет, мне кажется. А так этот человек любящий, который вот единственный, который, правда, символ семьи, кого мы потеряли. Но когда я всегда высыпаю, чувствую, что он с нами веселый чувак был. И думаю, сейчас он здесь, он будет порадоваться. Он всегда радовался, когда видел, что я радуюсь его, Серафим. Как не грусти. Друзья, да будет счастье, если вам ваше 10 лет, это замечательный ребенок, который просто, как мы видим, Арсений здесь и Наташа рождённый 10 лет назад. Это просто начало жизни. Спасибо вам большое, будете еще с нами в этом городе. Будет еще много-много позитивных моментов, которые нас ждут. Итак, танцуем. Праздник. Да-да-да-да-да-да-да! Выбери, старик. Я за ним, по моим, не должна вылезть на кровать.
Я говорил постоянно о том, что это афропозитивная музыка из Санкт-Петербурга. Счастье, что мы с вами есть и нашлись в свое время. Что же, будем продолжать, потому что мы сможем это сделать. Да-да-да, добровольно, то есть от души. Бунгас, а сегодня
басисты, на барабаны, Гермина. Кто загулял в начале? Да-да-да. Гитаристы из Финляндии не смог приехать, вот, но к нам приехал лично из Хельсинки Ян Мари, который на перкуссии с нами. Вот. Кстати, вот еще, заметьте, вот, с нами еще на сцене человек сидит там. Да-да-да, это мой друг, тоже он играл с его обращен. Митя Хромцов, он группа «Доброй ночи». Очень рад, что вот вообще-то семья, это действительно, вот это просто общение, а тебе перевесы, вот это дружба, любви, не знаю, как сказать это слово. Вот для меня это то, что называют я счастье. Когда я иду по городу, могу просто увидеть человека, улыбается, и все, это больше, чем какой-то словесный, просто вот дичь. Свобода – это счастье. Я, побольше радости для ваших дома. Пошли. Я не понимаю.
Приветствуем друзей из Карелии, которые здесь. Да-да-да, потому что вот с Карелией с его вообще тоже связаны, как с городом Санкт-Петербурга, вот все вот, участвовали в этом движении с разных ансамблей. Привет! Да-да-да! Счастье! C'est bon! Вот эта песня, вот эта о любви. В 2008 году. Ну что же, афро?
Да, можно погромче монитор. Есть его телефон. Thank you.
Ну что же, 10 июля, этот праздник наша пятница. Танцуем! Вечность.
Ну что ж, у вас и руки, я чувствую, да? Да, вот и делаем. А дальше темпу. Давайте, друзья. Вы.
Ребята, ага, давайте, ребята, вот у нас... Окей, друзья, вот, чтобы вы успели, кому на метро, мы еще немного поиграем, так и максимум 10 минут, чтобы как-то праздник состоялся. Вы еще не спели, знаете. Я, поем с вами. Да. Это счастье. Da 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 da.
Ну что ж, друзья, еще по настроениям Маня и потом в своем песне. Вот Серега появился. Да-да-да, я знаю. Привет! О! Маша Мария! Маня, Маня, я, Маша Мария! Мы споем Лео и успеем кому куда на транспорт, вот чтобы праздник. Еще увидимся в городе. Вот приходите на субботерапию. Да-да-да. Мы друг друга вот лечим многим. То есть вот это радостный момент. Вот мы успеваем вообще друг друга излечивать.
разные болячки внутренние, физические и тому подобное. Лео, споем? Да-да-да, вот вас и подойдет. Пойдем по домам. Сеня! Спасибо.
Друзья, спасибо большое. Вот можно успеть на транспорт и не спеша. Так я буду рад еще вас увидеть в городе и на концерт всем вам. Счастья нам с вами. Пока-пока. Спасибо.